Всем привет, мои дорогие! Давно с вами не виделись, потому что время летит невероятно быстро для меня. Я и раньше тоже об этом говорила, но сейчас происходит что-то просто невероятное. Не успеешь глаз моргнуть, дня нет, недели нет, месяца нет. И как-то мало что успеваешь и не осознаешь, по крайней мере, я не осознаю, как летит время. Вот как это происходит, я просто не могу никак осознать. Чем дальше, тем сложнее мне это сделать. Я знаю, что не я одна живу с таким ощущением. Очень многие люди тоже на это жалуются. Потому что как-то раньше, все-таки я помню, дни тянулись дольше. И вот было ощущение того, что ты проснулся, впереди целый день, потом вечер, потом ночь. А сейчас как-то проснулся, раз вечер, все, лег спать. И снова проснулся, и какой-то такой вот день сурка в плане вот ощущений, восприятия вот этого вот времени. Мне это, конечно же, очень не нравится, потому что жизнь летит как-то очень незаметно. В общем, мне это совсем не нравится. Напишите, как у вас, какие у вас ощущения. Может быть, у кого-то как-то все по-другому, но я помню, что раньше все-таки все было не так. Ну, что имеем, то имеем. Также очень много дел. И вот кажется, что ты вроде бы вчера там или позавчера записал, выпустил видео, а смотришь, уже проходит неделя, даже больше. Я уже, по-моему, даже больше недели видео не записывала. И вот исправляюсь, потому что мне это не нравится. Была бы моя воля, я бы ежедневно записывала бы видео, их выкладывала, записывала бы. Их выкладывала, но, к сожалению, пока такой возможности нет. И вот приходится пропадать на какое-то время, но я постараюсь все-таки как-то так вот сделать, подумать, чтобы почаще записывать и выкладывать видео, хотя не все зависит от меня. Даже, я бы сказала, от меня мало что зависит, потому что, когда нет времени, то как бы ты ни хотел, ты не можешь это сделать, потому что здесь мало сесть вот так вот перед камерой и записать его, его нужно еще смонтировать, его еще нужно загрузить на YouTube. Это занимает время, которого, к сожалению, нет. Но я очень надеюсь, что все-таки как-то все изменится в лучшую сторону, будет больше времени и больше возможности записывать видео, и мы с вами будем видеться чаще. Хотя в других соцсетях я появляюсь, но там все просто, там выложил сторис, например, быстренько, или там пост написал, фотку выложил, и как-то вот, ну, это быстро, это можно делать где угодно, появилось там 5-10 свободных минут, даже там в машине стоишь просто и делаешь это, а вот с видео все посложнее, но ничего. Вот, чем я занимаюсь? Особо ничем, то есть каких-то таких вот, знаете, грандиозных достижений у меня нет, но занимаюсь какими-то делами, которых очень много, рутинными, нерутинными. И что я делаю, стараюсь делать и не пропускать, это какую-то физическую нагрузку. Вот какую получается в течение дня, такую делаю. Иногда это ходьба на месте, иногда это танцы, иногда это просто упражнение, там разминка для шеи, для рук, для ног, приседания. Ну, в общем, стараюсь не пропускать и, как правило, делаю это вечером, потому что, ну, без этого просто, я думаю, никак просто невозможно, потому что, когда ты целый день сидишь или за компьютером, или за рулем, или там еще где-то, ну вот нет, да, такого вот движения, то, ну, это очень плохо влияет на здоровье, я это вот по себе знаю, но особенно вот тем людям, у кого, допустим, проблемы со спиной, проблемы с шеей, а я, насколько знаю, наверное, процентов у 80, даже у 90 эти проблемы, начиная от детей, заканчивая взрослыми людьми. И это просто ужасно для организма. Нужно обязательно двигаться, делать какие-то правильные движения. Ну, одним словом, это здоровье. Плюс, если немножечко еще постараться, это и внешний вид, все-таки тонус как-то, да, фигура худо-бедно, но приходит в какую-то форму, появляются какие-то рельефы, пусть там не особые, небольшие, но тем не менее. Но одним словом, я вот это стараюсь не пропускать. В любом случае, там уже не смотрю, голова болит, не болит, кружится, устала, не устала, я стараюсь это делать. И после этого как-то вот все равно в любом случае становится лучше.
Вот. Так что, как бы, такие дела. Никаких особо пока новостей нет. Таких вот, ну, которыми я могла бы с вами поделиться. Ну, может быть, они и будут, хотя пока еще ничего не понятно. Все размыто, никаких планов нет. Есть, конечно же, определенные желания, определенные мечты. И поехать очень хочется на море, потому что я, знаете, так вот подумала, ну, даже не то чтобы подумала, а по факту мы... Вот у нас был полноценный морской отдых в конце 2019 года. Октябрь, то ли ноябрь, в октябре мы, по-моему, полетели в Анталию. До этого тоже где-то, по-моему, были. В общем, я уже не помню. Я помню, вот этот отдых, это был отель «Лимак Лара», который нам не понравился, но отдых был полноценно морской, потому что было тепло. Кажется, мы даже в октябре полетели специально, чтобы вот застать такую теплую погоду, лето. И все, а после этого, сколько мы ездили, это была зима либо весна, и, ну, то есть, как бы это был неполноценный морской отдых. Я как-то об этом не думала, не зацикливалась, да, вот особо на этом. А тут я так подумала, ну, вот 19-й год, все, после 19-го года это была зима, по факту это была зима. И, конечно, очень хочется поехать на море, вот, когда тепло, не жарко, но хотя бы тепло, чтобы можно было вот полноценно отдыхать, да, вот я по этому воздуху соскучилась, знаете, вот влажно-соленому. Но я не люблю, когда сильная влажность, но в то же время вот на море всегда такая вот легкая, пряная, приятная, да, вот влажность, такой вот воздух. В общем, очень соскучилась, соскучилась по теплому морю, по адекватному, да, чтобы можно было зайти и нормально поплавать. Хотя я, в принципе, 18 градусов нормально могу плавать, и даже в 17, если тепло, воздух, если теплый. Но как-то вот хочется хотя бы, чтобы было 23, вот это для меня просто идеал, 23, ну максимум 24, когда очень теплая вода, такое прям парное молоко, я это тоже не люблю. Но чтобы, ну, адекватная вода была, да, чтобы вот прямо плавать, получать удовольствие, ну, плавать как бы, да, как я плаваю, но тем не менее вдоль берега я плаваю нормально, и на спине, и так, в общем, все нормально, очень хочется, но пока не знаю, никаких планов нет, что-то, конечно же, смотрю, присматриваю, выбираю, но если мы соберемся, вот когда соберемся, это будет там вот буквально за несколько дней, потому что больше никаких планов, мы уже планировали, да, все отменили, все обнулили, поэтому, в общем, посмотрим. Но сейчас мы не можем, потому что у Лидуши экзамены будут, и вот только после этого можно будет думать, что, как, куда и когда. Сегодня еще хочу вам показать покупки, их не очень много, но они есть, я уже... Даже не знаю, потеряла надежду на покупку обуви. Мне нужны мюли. И я заказывала раз 5, наверное. Но мне ничего не подошло. Где-то грубоватая кожа, где-то мне не очень нравится, как сидит, нравилось. Да, вот одни пришли Фабиани, я несколько пар заказала. Ну, разного цвета. Одна модель разного цвета. Они были хорошие, удобные, но это удобная обувь, правда, иногда у них бывают такие прямо бабульские модели. Эти были, ну, такие вот классические мюли, но очень мелкие. И вот я надела их, сделала 2 шага, они у меня стали вылетать. Ну, как бы я их не взяла. Ну, там еще было несколько пар тоже. Как бы ничего не подошло. Сегодня тоже приехала очередная пара. Уже я их хотела покупать. Но мне показалось, что они натирают. Они такие вот были глубокие, то есть вот все как надо, можно бегать, прыгать, они не выскакивают с ноги. Но мне показалось, ну, ощутила дискомфорт вот здесь на ноге. Я их снимаю и смотрю, у меня прям розовые полоски. То есть там, видимо, шов был такой грубый, нитка грубая. Ну, так быть не должно. Я такую обувь никогда не покупаю, чтобы ее там типа разнашивать или что-то. Я покупаю такую обувь, которую на голые ноги надел и пошел. И все, и не надо ее не разнашивать, ничего. Я даже вот, ну, не понимаю, не знаю, что такое там новая обувь, натерла, нужно там на носок ее надеть, еще что-то разносить. То есть у меня такого нет, я покупаю только то, что идеальное, мягкое. Ну, как бы сперва красивое, да, потом удобное, мягкое, идеальное. Так вот, покажу вам обувь, которую я купила Лидушке и себе.
И пока все, потому что вот, ну я не знаю, где еще покупать. С товаром очень-очень плохо. Где-то, может быть, какие-то остатки, если есть. Но вот я практически собрала все остатки, которые были в Москве. Но вот как бы, да, неудачно. Мне ничего не подошло. Ну, может быть, если вдруг что-то новое получит, я найду, то куплю. Но уже я даже не знаю. Просто вот везде, где было можно и нельзя, я посмотрела. Отовсюду заказала. То есть, ну, собственно, есть 2-3 места. Больше и негде покупать. Вот, и как бы, ну, нет, так нет, посмотрим, ну, останусь без этой обуви, у меня, ну, в принципе, есть, но мне хотелось что-то новое такое. Вот, ладно, давайте я вам покажу. Купили Ледуши такие вот лодочки. Это Guess. Такой острый нос у них, широкий каблук, но невысокий, тут сантиметров 7 или 7,5 до 8. Такой вот устойчивый, очень удобный, они классные на ноге, замечательно смотрятся и удобные. Что самое главное, они удобные, то есть тут нигде не давит, ничего. У меня есть такого плана Michael Kors, тоже вот с таким вот острым, да, носом, и тоже они удобные. Ну, правда, конечно, в такой обуви очень долго не походишь, но так, на выход. Но, в принципе, она и не предназначена для того, чтобы в ней долго ходить. Очень-очень стильные такие вот классные. И они очень подходят, я примерила, и мне тоже хорошо. В общем, такие вот туфли обязательно, конечно же, нужно иметь. И цвет тоже изумительный, такая пудра. Хочу понять... В жизни, ну, практически вот не отличается цвет, что в жизни, что на видео, в камере. Вот, то есть очень-очень такие классные, мягкие, удобные, замечательные. И вчера, по-моему, вчера это было, да, вчера, я купила себе летнюю обувь, я уже выкладывала в сторис ее. Никогда не думала, что мне такие понравятся, но вот я их увидела, заказала, надела и поняла, что они мои. Такие вот, ну как это назвать, я не знаю, шлепанцы, не шлепанцы, ну наверное шлепанцы. Но это сейчас очень модно, изики тоже, да, такого вот плана. Но что мне в них понравилось? Они такие вот, знаете, массивные, но в то же время легкие-легкие, вот просто невесомые. Там, я не знаю, одним мизинцем их можно держать. То есть они такие вот массивные, как я люблю. Ну, естественно, они не плоские, а на платформе, на каблучке, ну, даже каблучок, да, это скорее. Вот. И, ну, модные, стильные, невероятно удобные. Это Bimbo и Lola. Вот. И настолько они мне понравились, что я их надела. И все, поняла, что их больше снимать не буду. Это 39 размер, они мне великоваты, европейские 39. Такая вот мощная у них подошва, тут вот их лого. Вот, и европейский 39, ну, как бы наш 38, они мне великоваты, но вот все, как я люблю. Причем сейчас такую обувь носят не только на пляж или там на море, на курорте, да, их носят и в городе тоже, с разной одеждой. Вот, так что, возможно, я их буду носить летом тоже, ну, я не знаю, то есть они такие, что их можно носить куда угодно, где угодно, не только на пляже и на отдыхе на курорте. Вот, так что я обрадовалась, конечно, ну, такая мимолетная радость, но тем не менее, да. Раньше бы, конечно, наверное, радовалась бы больше, но сейчас уже покупки прежней радости не доставляют. Но тем не менее, в любом случае приятно, когда покупаешь хорошую вещь, которая тебе нравится, которая тебе удобна. Кстати, хотела вам показать блеск для губ. Тоже я вот недавно его купила, Нарс. У меня был Нарс, я, в принципе, Нарс люблю. Вот он у меня сейчас на губах. И в прошлом видео тоже он был у меня на губах.
В жизни, вы знаете, я немного в этом цвете, оттенке разочаровалась, потому что он яркий такой, Барби-Барби, вот такой вот, слишком а-ля Барби. Но я вот прошлое видео записывала, тоже у меня был этот блеск, и пересмотрела, мне вот в кадре понравился цвет. Ой, кстати, эту штуку надо отклеить. А в жизни он какой-то все-таки, мне кажется, яркий. Либо на лето. Ой, ладно, это я потом тогда аккуратненько отклею. Вот я не люблю эти наклейки, потому что они... Вот этот клей потом, вот как его снимать? Феном, что ли, или как? Чтобы было вот аккуратно. Ненавижу, когда, знаете, вот эти наклейки. Я их сразу вот стараюсь снять. Ну вот на всем, да, на всей декоративке, на парфюмах я их постоянно отклеиваю, а тут вот как-то забыла, что ли. И вот не люблю вот из-за этого. Или еще какие-то наклейки наклеиваю тоже. Это номер, сейчас скажу вам, а я не вижу, тут так мелко, я же плохо вижу. Я же уже, то есть не уже, а я всегда видела плохо, а я не знаю, какой это номер. Тут что-то написано, надо брать лупу. Я не знаю, какой это номер, не скажу вам сейчас. Но вот такой вот он, яркий-яркий. Вот, в принципе, так он не выглядит ярко, но на губах он прямо вот Барби-Барби такой вот, что мне не очень нравится. Хотя, может быть, кстати, даже вот на море. Вот тут, видите, он уже как бы вот поярче. Вот он вот такой вот. Хотя на губах, я вот смотрю, как бы он, ну, я вот еще сейчас пересмотрю это видео, когда буду его монтировать. И еще раз вот посмотрю. Но если что, буду его использовать для съемки. Либо вот, может быть, летом, может быть, на море как-то это будет вот смотреться лучше. Не настолько вырви глаз. Но вот мне почему-то кажется, что он вот в жизни выглядит как вырви глаз на мне. Может быть, не знаю, я слишком белая, может быть, если у кого-то кожа посмуглее, как-то другие краски, может быть, будет и лучше. Ну вот не знаю, в общем, пересмотрю и вам скажу. Я сегодня, видите, вся такая в розовом, и ногти у меня тоже, кстати, подсела вот на этот оттенок. Ну, хотя красный я все еще люблю, и то есть это классика, и вообще любовь на всю жизнь. Но вот сейчас как-то вот в последнее время у меня вот такие вот ногти. На руках ноги-то у меня красные всегда. Макияж тоже пыльно-розовый такой. И блузочка тоже. Как-то вот все получилось так вот в розовых, в пыльно-розовых цветах и оттенках. Вот, так что вот это вот тоже недавняя покупка. Еще там что-то я покупала, но тоже не все. Ну, я решила, я не буду записывать отдельное видео. Вот так вот, может быть, там во время какой-нибудь болталки просто буду вам вот по ходу показывать. Но вот качеством я довольна. То есть я Нарс, в принципе, люблю. Вот эта серия блесков у них хорошая. Ложится хорошо. На зубах тоже не отпечатывается. Я смотрю. Нет, нет, все аккуратно. Просто я говорю, я плохо вижу. Но я, в принципе, всегда плохо видела. И вот, когда мне там что-то говорят... Почему ты в очках не ходишь, если ты плохо видишь? Ну да, постоянно, я постоянно не хожу, только за рулем. Я говорю, что я, по сути дела, не знаю, что такое хорошо видеть, потому что я, ну я очки не носила никогда, очки у меня появились после 40 лет. 42-43 года мне было, наверное, вот тогда они появились, до этого нет. И, ну, по сути, я и в школе тоже не очень хорошо видела, то есть... как бы не очень четко, да, и потом тоже, и после родов тоже у меня еще хуже стало зрение, я помню, и я, ну, не знаю, что такое вот видеть прямо четко на 100%, то есть как бы я адаптировалась к этому, но мне нормально, даже мне кажется, если у меня будут какие-то такие вот очки, да, вот в которых я буду видеть все прямо на 100%, мне как-то станет не по себе, но, может быть, это все дело привычки. Так-то я вижу, я даже водить могу. Я, в принципе, вижу все прямо далеко, до горизонта, но я, допустим, надписи не вижу, что написано, да. То есть вот нет такой вот четкости, а так-то я вижу, но я вожу только вот в очках. Либо в одних, либо в других, но в очках. Без очков я не вожу машину. А так, в общем-то, ничего, нормально.
Вот сижу, себя вижу нормально, но, может быть, какие-то детали и нет, но так вот, в общем-то, все вижу. Так что я к этому привыкла. Все, мои дорогие, такое было видео, такая болталка показала вам наши покупки. И надеюсь, что с вами скоро увидимся. Еще, да, вот планирую, все руки никак не доходят, записать весенние аутфиты, но я думала, вот куплю мюли, например, и вот с ними тоже, да, я буду составлять аутфиты. Но если нет, то с тем, что имеется, да, как бы будем исходить из того, что есть. Так что вот я собираюсь на днях, надеюсь, ничего мне не помешает записать аутфиты, показать вам, что я буду вот носить в ближайшее время. И все, мои дорогие, ну и дальше будем с вами встречаться, я надеюсь, почаще. Постараюсь не пропадать. Все, мои дорогие, целую вас, обнимаю. До скорых встреч и всего вам самого хорошего. И самое главное, здоровья и хорошего настроения. Несмотря ни на что, надо держаться, всегда верить в лучшее, надеяться на лучшее. Все проходит, одна полоса сменяет другую полосу. Поэтому надо жить на позитивной стороне. Все, целую вас, обнимаю. Пока-пока.